Скільки времени? Я думала, каже, вже 9. Мамка, давай вставай на завтрак. Вставай. Сейчас, сынок. А тобі можна кальмари? А я не знаю. Я ще вдавишся, ну візьму тобі ще раз. Я не вдавишся. Так, що не держиться, ну що це, корита не держиться. А що ти там балакала? Сама з собою. Анекдот я тобі розкажу. Так і я наподобие тільки. Приходить додому чоловік, а в її жінки, його жінки – любовник. Він до його. Ти чо прийшов? Ти чо прийшов? А той боїться, що сказати. Приходив додому, відповідає. Чо прийшов, чо прийшов? Та пішов ти на три букви. От він ти тоді, як уже додому до себе забрався. Ти поняв? Хто це каже? Чоловік жінки. Приходить додому, у жінки. У жінки любовник. Ну і що, і ще він йому каже, що ти сюди прийшов і все. Що ти що прийшов? Ти це дебільний муж. Самвел, ну тобі не доходить, чи що? Нормально, муж каже цьому любовнику. А він не каже, що пішла вон жена і пішов вон ти, ні? Ні, що прийшов, що прийшов. А він мовчить, злякався, дуже здоровий, я люблю дошка. Приходить додому. І йому відповідає, що прийшов, та пішов ти на три букви. Дома відповідав, бо там заболявся. А я розумію, але я не розумію до цього, що відбувається. Це того. Що прийшов, що прийшов. Що прийшов, до жени твоєї прийшов, що чи прийшов. Отакий анекдот. Тупий анекдот, нікому не розказуй. Прийшов, та бред. Пішов ти нахер. А мне так глубоко. Ой, блядь. Садись. Не бойся. Прыгай, держись. И все, бросай, отпускайся оттуда. Слазь, слазь. Все, держись. Ну что вы? Ой-ой-ой, по шею больше. Ну где по шею? Ты же висишь. Ой, вишу, я не достаю до пола. А зачем тебе доставать? Ну, веди меня туда. Вот так и виси. Ага. Вот так, бачишь? Нормально. Да. Оце я так буду купатися. Девочки, дивіться, як я плаваю. Сама ти на шию. Тут ступеньки кончаються, вже починається глубже моєго росту. А на ступеньках там хорошо. Ось саме кольцо рибок. Що ступеньки? Ай, ти плаваєш, іду. Ти сильно, ти мене утопиш, мама.
Віжі мене до ступіння. Давай, вперед. Та отак. Ні, мама, що ти як камінюка? Та витягни ноги. Чіпися цю. Брось та руками. Що ти вчепила? Все. Побалтикай ногами. О, на сушку ложи. Вилазь, говорю, то давай ложись. Ну а що ти, ну поприсідай, покупайся і вилазь. Присідай. Не утопила мене в басейні. Зараз йдемо на обід, потім підемо на море, я її хочу. Ну, на морі как би покатати там. Везуть маму. Королева єгипетська. Фараоніха з України. Так красиво вообще. На море точно хочеш? Кого? На море точно хочеш? Да, пойдемо. Обязательно. Водний мир, мама, хоче подивитися. Хороше, бачите, мами, желання. Риксос. Риксон. Сос. Сос. Да. Сос. 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 Бачиш, стоїть жінка, теж ноги задрала туди, в річку. Ну, значить, давай поїдемо на ринок сьогодні, а вже завтра. Да, щоб завтра вже не буде. Да. А завтра вже поміряємо, якщо вийде. Типа капри такі. Ні, такі, короткі, ось такі. Ой, мама, це комедія. Нічого, синок. А що ж там треба знайти, капри? Мама, ти посмотри, ось це, я не знаю, тут є капри. Спроси, я не знаю, що це таке. Є капри у вас, ось ці жінські, короткі штани? Да, такі штанишки на літо. Подружка мне заказала. Вот такие вот, так? Летние, черненькие. Если есть тонкая ткань, тонкие. На лето. Да, ей надо найти сперва капри, а потом бы она села. Понятно, ну там нема капри. Капри есть у тебя? Короткие штаны женские, короткие, не длинные. Женские, короткие. На лето. Идите сюда. Нету, да? Нету у вас. Идите. Женские. Да короткие. Не джинсы, нет, женские. Женские, вот так, короче. Мам. Мама, Вова, прям. Пошли, мама, не мешай людям работать. Давай, пошли, давай. Нет, значит, есть капри у вас вот эти женские короткие штаны? А есть женские, наверное, нет, да, штанов женских? Есть. Вот тут нема капри тех. Чорт, ну ти ж нічого не питаєш, чорт. Ну, давай питати. Вон, бачиш, там женські. Що, і обов'язково короткі? Може, і треба длинні? Ні, короткі.
Есть у вас штаны короткие, женские? Женские, не, такие. Не длинные, короткие, не длинные, короткие. А короткие? Вот типа так, так. На лето, давай, тоненькие, давай, тоненькие. Есть. Нет, надо посмотреть. Примерно? Но это колонна. Это сильно короткие. Чуть-чуть длиннее. Капри, вот, типа, понимаешь? Они капри. Должны... Вот, по половине штаны. Не длинные, не такие. А ты вообще шо? Ну, черный цвет. Да. Черный. Да, черный. Да, и тонкие. Да. Надо, смотри, надо вот шорт? Такое вот, нет, для женщины. Вот такие, только короче. Какие-то? Такие вот, как вот эти, только короче. Вот так, на лето. Короткое, лет? Черное, ну, вот такой возраст. Черные, короткие и ткань. Вот как на нее, только подруги. Как на меня, я подруги. Сюда носи, чтобы я меньше шляпа. Шо он прет? О. О, вот это вот, вот такие вот. Она запросила черные капри и все. Если капри есть... называется, понимаешь, да, капри. Вот такие, капри. Вот такие, только вот, знаешь, как ну, на лето, шнурочек на лето, вот такой. На лето, короче, понял? Носят, поняли? Да, да. И чтобы нету, да, такого? Черная, черная, все. Пошли дальше. Нету, да. Есть короткие женские такие, типа капри, вот штаны, только короче, вот. Почему вот хочу короткую? Вот так, нельзя. Вот так это... у нас летом носят, летом. Нет, тонкая это... ткань, нельзя, тонкая. У нас нельзя такое. Ну то у вас, а я еду в Киев. При чем вас? А если я прокину, что она сильно длинная, да? Мама, она, сможет их, она сможет их обрезать. Сколько стоит? 15 долларов. Да ты что, с ума сошла? Мама, за скидки, за сколько? $5. Для суставов хорошо. Мама не разбьет эту звезду палкой. Ой, мама дорогая, давай. Суставы, это очень хорошие суставы. Мама не разбьет эту звезду палкой. Каркаде. Каркаде, это каркаде. Вкусное, да? Да, вкусное. Давай, мам. О, сиди, сиди. Сиди, сиди. А какие ракушки вот эти. Манга, мама, как? Подожди, не грызи полностью. Не проблем. Это манго. Это что? Манго. Да не подавись, мама, господи помилуй. Ма... Мама, не надо его кушать. Чай. Что ты делаешь? Вот. Не надо Виагра? А это что? Нет, не стоять. А что ты сам? Виагра, мама, не ешь, ради бога. Погано, да? Это после бита 2 часа ровно. Мама. Мама, манго, да? Да. Манго. Мама, не їсть, это нельзя їсть. Ну що ти? Да не, давай вот такой. Не. А такой сколько у тебя это стоит? Это дорого, дорого. Сколько? $2. $2, ты что, с ума сошел? Сейчас надо у того мужика найти, вот для кого мы вышли маску. Надо того мужика, мама, выйти, где мы вышли. Надо будет того мужика выйти, где мы вышли. Мама, да. А где ж мама тут мужик был, ты не помнишь? Посади ее сюда. Yeah, I'm gonna...
меня трое детей от армянина. Муж армянин. Вы поняли? Они любят гулять. Мама, ти все розказуєш, що утка, що подавила, цей бухнув. Сиди за стіклом. Зажигає з ким-то. В общем, всім привіт, підемо з мамою по понтону. Зараз будемо ныряти рибок смотреть. Сказали, погода хороша. Тут там спасателі є, якщо що, тебе спасуть. А куди мені? Через мостики вниз прыгати. Да подожди. Ну куди прыгати, мама? Стой пока. Опустись с водой. Вот. Под воду, да? Да, только в голову. Воздух возьми. Ну иди поплаваешь. А я не могу плавать какое-то. А что там плавать? Просто по воде поболтыхаешься. Я и так болтыхаюсь. Не надо. Та ладно, все перекинеться. Все, давай руку. Давай руку. Осторожно. Завтра уже не знаем, завтра уже нам улетать. Ну, вечером. Дал уже я ключи в отеле. Красиво вот аэропорт. Мама проснулась, скажет, что мы стали, мы летим.